Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан, и у меня есть для вас очень хорошая новость. Наши родные безбашенные декодеки возвращаются. В то время, когда я их переводил, на канале было около 40 или 50 тысяч подписчиков, поэтому, получается, многие из вас даже не знают, кто это такие. Тогда у них были проблемы на канале с авторскими правами, и мне пришлось приостановить работу над переводом их контента. Буквально вчера я общался с Аланом, и он сказал мне, что можно опять переводить их видео. Сейчас будет реакция, которая уже была на канале, но мне ее пришлось удалить тоже по причине авторских прав. Далее я буду постепенно переводить их остальные видео. Всем приятного просмотра! Hey, это декодеки! Меня зовут Алан. А меня Эрик, и это очередная видеореакция! И сегодня у нас будет еще одна песня Димаша. SOS. В прошлый раз Димаш снес нам крышу, и нам это очень сильно понравилось. И мы ждем, что будет сегодня. Мне очень интересно, и это вроде бы будет живое выступление. Да, отлично. SOS by Dimash. Если вы хотите поддержать канал, то все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на рассылку, чтобы получать бонусный контент. И подписывайтесь на наш инстаграм. Мы ежедневно публикуем посты. Теперь все в сторону, давайте приступим и посмотрим это видео. Погнали! Типск 2015, Димаш Кудайберген, Казахстан. Как они сказали? Кагестан? Не знаю. Я готов к выносу мозга. Я тоже. Я готов. Фуф. Уже мурашки. Смотри. Уже. Боже мой, чувак. О, господи, чувак, твою мать, у меня тоже мурашки. Ёпсель шмопсель, я не шучу, ребята. Этиловый спирт. Он же только что прошел по всем диапазонам. У него аж 7 октав. 7 октав? Нифига себе. Ты слышал это? А потом... Батюшки Светы. У него просто ёкнутый диапазон. И при этом он безупречный. Его голос совершенный. Многие писали в комментах, что он самый лучший вокалист в мире. Это одно, когда ты просто читаешь комменты, и другое, когда ты видишь, слышишь и потом веришь в это. Ёлки-палки. Мурашки. Клёпаный, штопаный карась. Чувак, смотри, что творится. Хрена себе. Да какого черта? Етить крутить? Боже господи.
живи, покажи мах. Покажи, покажи мах. Бляха-муха, ты это слышал? Все, я так дальше не могу. Все, нам нужен перерыв. У меня аж мозги потекли. Гребаный насос. Офигеть, не встать. Я просто не могу это воспринимать. Ребята. Этот парень псих. Это ж невиданно. Я согласен. Это лучший вокалист в мире. Ни единой помарочки. Он вообще не допускает никаких ошибок. Он все делает четко и идеально. И это вживую. Еще и вживую. У него такой диапазон. Он берет и меняет свой голос во время песни. Меняет ноты, или это даже не ноты, а... У него такой диапазон. Он просто летает по всем октавам. Можно же с ума сойти, если петь вот так. Делать это настолько безупречно, при этом точно передавая верную эмоцию. Точняк, вы слышали? Сыпучий случай. Да он берет и верха, и внизы. Он пел и низко, и высоко. Внизы. Он идеально поет в любую сторону, вверх или вниз. У него сверхнизкий и сверхвысокий диапазон. Ребятки, эта песня намного лучше той, которую мы смотрели. Теперь я полностью понимаю, почему люди говорили, что та песня – это легкотня для него. Для него это было как два пальца об асфальт. Я думал, что мы были готовы к этому. Мы посмотрели первую песню, и теперь вторую песню. Да ни хрена мы не были готовы. И это... Это ж еще и вживую. Этот тон. Ох, мой потрепанный бог. Боже, офигеть не встать. Потом встать, потом опять офигеть не встать. У меня везде мурашки. Блестящего артиста на славянском базаре. Браво! Спасибо! Это было... Это было феноменально. Это дурдом. Никогда не слышал ничего подобного. То же самое. Мы говорили о Мэрайе Кэрри. Я думал, они схожи. А кто такая Мэрайя? Точно, кто такая Мэрайя? Единственный человек, кто приходил в голову и кто был ближе к нему, это была Мэрайя. Но как оказалось, нетушки... Вот это да! Бандана Рама! Давайте посмотрим, что здесь будет еще. Его будут чествовать или что? Когда я участвовал на славянском базаре в качестве участника, помогли мне... Даже когда он говорит, его хочется слушать. Посмотри на все эти лица в зале. Они так счастливы, что видели все это. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Если вы хотите получать бонусный контент, подписывайтесь на рассылку. Если вы хотите увидеть еще одну реакцию, то она будет вот здесь. Если хотите посмотреть наш сингл... Да всем пофиг на наш сингл. Я знаю, но он будет вот тут. Ты ж только что показал на то же место. Я показал вот тут. А для другого видео? Вот тут. А ну тогда мазя.
Не забываем про лайк, подписку и коммент. И делитесь этим видео. Спасибо всем, кто на Патреоне. Мы ценим и любим вас очень сильно. Мир всем! Всем спасибо за внимание. По поводу перевода другого иноязычного контента, я сейчас над этим работаю, но тоже есть проблемы с разрешением, проблемы с Ютубом, с авторскими правами. Вы также можете в комментариях написать, что вас интересует, что бы вы хотели посмотреть в моем переводе. Всех обнял, всех люблю. Пока!